Ներկերի աղջիկ։ Բաղը։ 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 Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Барев из Ашхари Хаер. Сегодня будем готовить очень вкусный, вот легкий слойку. Для этого много продуктов не надо. Вот такой хороший получается. Посмотрите, очень быстро готовится, если к вам гости идут или хотите к чаю что-нибудь готовить, обязательно вот готовьте это. Начнем готовить. Друзья мои, для нашего слойки понадобится славяное тесто. Вот у меня славяное готовое тесто, я сама готовила. Сейчас надо открыть вот это тесто, прямоугольник. Видео на это тесто, если вам понадобится, у меня на канале есть, и я вниз под этим видео поставлю. Вот я открыла прямоугольник. Сейчас буду вот конечности резать, чтоб слои открылись. И будем резать прямоугольники. Вот. А сейчас уже вот так будем резать. Друзья мои, вот уже готовый. Сейчас надо наполовину теста надрезы делать, но не до конца. Вот здесь надо хоть сантиметр в конце оставить. Вот такие надрезы. Вот. Вот видите, до конца я не дохожу. Друзья, для начинки надо яблоки. Я уже почистила, резала на кубики. И сейчас буду ставить на тесто. У меня яблоко сладкое. Я не буду добавить там сахарную пудру. А вы, если любите сладкое, можете добавить. Яблоко можно по глазу. Вот сколько поместится. Я слойки делала маленькие, чтобы удобно было кушать. Можете и большие делать. Вот начинку уже ставила. Сейчас немножко я буду присыпать корицей, но не очень много. Яблоко любит корицу. Это очень хороший вариант, если вдруг гости придут, и славяное тесто есть в холодильнике, сразу можно готовить. Друзья, уже можно наши слойки закрыть. Во время, когда закрываем, вот здесь немножко открываем вот эти надрезы. И тогда ставим, и вот так прикрепляем. У нас получаются вот такие слойки. И так все остальные буду делать. У меня уже духовка включена на 200 градусов. Друзья, вот готово уже.
У меня тесто было 450 грамм, немножко минус-плюс. Получилось 12 штук вот таких размеров. Сейчас, кто хочет, может яичным желтком мазать. Но я не буду мазать, потому что в конце буду присыпать сахарной пудрой. Сейчас ставлю уже в духовку, посмотрим, когда будет готово. Друзья, наши слойки уже готовы, смотрите. Там около 15 минут, да, я оставила, но вы смотрите, когда чуть-чуть порумянится, надо уже снимать. Я сейчас оставлю это, пусть остынет, потом буду присыпать сахарной пудрой. Нам осталось присыпать сахарной пудрой. Вот в начинку можно еще и грецкие орехи добавить, если хотите. Друзья, наши ароматные, вкусные, красивые слойки с яблоками готовы. Можно уже подавать. Сейчас будем попробовать с моей Софочкой. Друзья, вот и закончили. Давайте уже будем попробовать. Сначала будет Софочка попробовать. На Софи. Керимахчик. Брни татико. А ну, снаружи вот такой хрустящий, внутри мягкий. Посмотрите, какой хороший. Я тоже буду попробовать. Софи Гамова. А? Вот Софи говорит, что вкусно. Да, керимахчик. А. Да, кель, балас. Вот так мы тут кель. Берникель. Опять берникель. Да, керимахчик. Друзья, очень вкусно получилось. Легкий, не очень сладкий. Я специально хотела, чтобы не было очень сладкий. Вот. Мне тоже очень понравилось. Пишите мне ваши мнения. Пишите. Я буду очень рада и буду ответить на все ваши вопросы. Жду вас на моем канале. А вы ждите новых видео. Пока-пока. Все, пока-пока.